Служи с честью и достоинством во благо Отечества. Сегодня во Дворце культуры Черкесска прошло торжественное мероприятие, посвященное 5-й годовщине образования войск Национальной гвардии Российской Федерации. Поздравить всех ветеранов и сотрудников пришли представители правительства и различных ведомств. Репортаж Алихана Лепшокова. По традиции, начало торжественной церемонии начинается с поднятия флага России войск Национальной гвардии, после чего минутой молчания все присутствующие почтили память тех, кто погиб, исполняя свой служебный долг. От имени главы республики с профессиональным праздником всех сотрудников Росгвардии поздравил председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Вот уже несколько лет вы обеспечиваете безопасность, и благодаря вашему профессионализму у нас мир и стабильность в регионе, отметил в поздравительной речи Александр Иванов. На сегодняшний день Росгвардия достойно продолжает воинские традиции, сформировавшиеся более чем за 200-летнюю историю. Они приумножаются доблестью современных поколений внутренних войск МВД, подразделений ОМОН и СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной служб. Профессиональный и боевой опыт сотрудников подразделений войск Национальной гвардии, накопленный за долгий период выполнения служебно-боевых задач по противодействию преступности, терроризму. Затем председатель парламента республики Александр Иванов объявил о присвоении звания заслуженный работник государственной службы и вручил благодарности сотрудникам и военнослужащим управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. В состав территориального управления входят такие подразделения, как СОБР, ОМОН, Центр лицензионно-разрешительной работы и вневедомственная охрана. Несмотря на то, что в этом году была пандемия, вы оставались верны своему долгу и продолжали охранять наше благополучие, отметил заместитель председателя правительства республики Руслан Тамбиев. Я вас поздравляю с вашим официальным праздником. Желаю вам всем благополучия, здоровья, бодрости духа, оптимизма. Сегодня у нас не полный зал, потому что ковид внес свои коррективы даже в наши праздничные дни. Я что хочу вам пожелать? Вам, нам, всем, чтобы ровно через год этот зал был полон, чтобы все ваши достойные сотрудники были здесь, чтобы мы все вместе с вами эту заразу, эту пандемию победили, так же, как вы побеждаете всех врагов нашего государства. Он также наградил правительственными наградами сотрудников управления Росгвардии. Для нас этот день имеет особую ценность, в частности, сохранение памяти тех, кто с честью служит Отечеству. И сегодня каждый из нас находится на своем посту, продолжает сохранять боевые традиции, обеспечивая мир и благополучие в нашей стране, отмечают виновники торжества. Отмечаем 5-ю годовщину образования, в связи с чем очень рад был отмечен благодарственным письмом главы Карачаево-Черкесской республики. Сам горд, я абсолютно не жалею ни о чем, то, что связал свою жизнь с погонами и со службой во внутренних войсках, нынче Федеральной службе войск Национальной гвардии. Сегодня каждый из них стойко выполняет свои задачи, оставаясь опорой, поддержкой и достойным представителем своего отечества. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.